Мне накапало за шиворот. Пип. Вода накапала за шиворот. Моро, вот что ты делаешь на камеру? Что ты вот делаешь? Смотрите, у меня есть собачий нос. У меня есть собачий нос. Фу! Пипа, ну-ка разберись с ними. Да, разберись с ними. А то чего они? Смотри, что делает, а, Пип. Ко мне нельзя подходить, ты что, не знаешь? Да, только гусю можно. Пип, что-то у тебя это, скорость реакции тебя подводит. Теряешь хватку. Иди разберись, иди. Иди разберись, что делают. Пойдемте посмотрим, покормила ли Настя уже дроздов или еще нет. Мы вчера с нашим снегоуборщиком... Ну, точнее, снегоуборщик в компании меня почистил дорогу нам. Весьма стало неплохо. Я думала, он не возьмет тяжелый снег, но нет. Куча мадагаскарских тараканов. Вы не едите мадагаскарских тараканов? Ты что, боишься катапультироваться? Потому что крыла нет? И внезапно стал героем видео. Несовершенно этого не планировал, да? А прыгать не хочется. Я же расшмякаюсь. А! Нет, все-таки прыгнул, смотрите. Половины крыла только нет у него. Да, их еще сегодня не кормили. Покажи зубы. Вон какие у нас зубы сломанные. Да. У вас любовь? Любишь собак, Пип? Любишь собак? Вот-то. Покажи ты свои зубы. Вон какие зубы. Да. А, скажи нет! Нет, нет! Чё ты белого так не любишь? Пуньк, пуньк, пунь, 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 пунь.
Эти собака-убивака там кого-то убивает. Убила. Насмерть убила. Вот ты уже стар, да, для такого? Стар уже? Альфа-самка. Кроня, ты убила бесполезную овчарку? Пипа хочет тебя съесть. Нет, он хочет человечину. Человечину? Да. Нет, нельзя. Как же, ну мы же хорошие. Будешь? И вот ты такой, я буду. Я буду. Да? Ты зачем так издеваешься над собаками на глазах у гуся? Вы уже получили сегодня вкусняшки совать. Да, теперь ждите обеда. Там все, как вы любите. Может. Пип, ну ты змеюка. Пип, она неуважительно с тобой обходится. Путите, путите. Ты им опять вкусных насекомых принесла? Нет, сегодня только сырчики. Слышали, злой директор запретил вас кормить вкусными насекомыми. Денег нет, бюджета не хватает. Любимых птичек. Да, да, да. Мне кажется, вишня их не впечатлила. Да. А тут тогда свеклу едят. Свеклу есть будете? А вишню Горыныч оценит. Да, Горыныч оценит. Наша психбольница. Лебедь, который ест цыплят. Потрясающе просто. Вот так вот с кем поведешься? А ты что, гулять хочешь? Где я тебя за жопку потрогаю? Или еще за что-нибудь? Ну иди потрогаю, иди потрогаю. Да.